Ну чё ты, бездельник, у себя? У себя, слышишь, номер квартиры, я вечно туплю, какой у тебя там? А, всё, пятый этаж, седьмая квартира, да, точно, это я что-то забыл уже. Сейчас поднимусь. Короче, у нас есть такая тема, что мы, ну, как бы все строители друг друга знают, скажем так, в Ростове, вот, ну, как не все, но многие друг друга знают, и у нас есть такой определенный круг людей, мы меняемся, скажем так, своим инструментом, у кого-то есть один, у кого-то другой, вот, я сейчас иду к своему коллеге, там мне нужно кое-что взять, позавчера он у меня был, как-то так. О, братан, здорово, дай пять, братан, ай, молодец, дай лапку, развернись. Молодец. Сиди. Молодец. Голос. Ай, молодец. Дай лапу. Другую давай. И, короче, смотри. Я, короче, не мог понять, что за прикол. Короче, смотри, когда только дали отопление, братан, температура, смотрю, там 38-40 градусов на этом, на щитке в этом, в коридоре. У меня Ташкент. Братан, у меня сразу полы теплые. Я на полах лежал, блядь, в майке. Холодно, знаешь, там, я помню. Еще, там, а я лежал. А потом, короче, потом произошло, какой фиг. Прикол, дали температуру больше. Короче, не чувак надо. Реально бешеный. Он свою квартиру делает 130 квадратов. Я не знаю, ну уже прилично времени, но год. Чуть по чуть, да, год. Вот его уже жена из дома выгнала, сказала, чувачок, ты, короче, все, вот, живешь плюс здесь. Плюс здесь, вот, смотрите, да, вот, видите. Моя это койка место. Да, вот, а здесь патрон спит. Ну реально, короче, круто сделанная квартира. Обязательно мы по этой квартире сделаем обзор. Тут много прикольных фишек как бы сделано. Расскажи-ка быстренько нам, Юра, что ты тут намутил? Быстренько так давай. Короче, а что быстренько намутил? Нахер выломал все отопление, переделал полностью всю сантехнику, ну, холодную горячую воду, стояки там вырезал, переделывал. Короче, кардинально все снес, все окна. Стяжку забраковал, вышлифовывал, потом, короче, там этот наливные полы заливал. Кардинально утеплял всю квартиру, шумоизоляцию серьезно здесь делаю. Ну, короче, ладно, сейчас я покажу одно, что в принципе характеризует все остальное. На секундочку утепление этих самых. Вот это маяки. Сейчас, чтобы все понимали. Дальше, наверное, не надо будет ничего объяснять. Сантиметров 12, наверное, я не знаю. Не, ну тут просто еще геометрия делалась, только из-за этого. Да, еще во всей квартире полностью. 130 квадратов квартиры, чувак захотел геометрию во всей квартире. Ну, как-то так, короче. Потом мы сделаем обзорчик. Это мы сюда, кстати, заносили трехметровый картон вручную. Да, вот один лист остался, лежит. Вот он, последний лист. Да. Все. Да, все, короче. А мы, кстати, у Юры берем ТЕ. Сколько, что мы берем? 60-ку, да? Мы берем 60-ку у Юрка. Вот. Мы меняемся друг с другом инструментом. То есть, когда ему что-то надо, он приезжает ко мне. Когда мне что-то нужно, я приезжаю к нему. Это называется такая коллаборация по-ростовски. Раньше в отсюда ехали батареи, отключили отопление. Сейчас позвоним ребятам, узнаем, чё, почему нету моего макбука, не могу нормально монтировать видосы. Здравствуйте, Олег, это вот по поводу макбука, вы мне на этой неделе должны были отдать прошку. Прошка, 15, да, прошка 15. Да, сегодня мне посылку готовят обратно, сегодня он, скорее всего, приедет. А, все, окей, тогда жду звоночка, если что, по вечеру вы допоздна работаете? Мы до 9 вечера каждый день. До 9 вечера каждый день. Все, окей, да. Хорошо, тогда я вам либо позвоню чуть попозже, либо там... До свидания, жду звонка. Ну, вроде бы эпопея с макбуком закончена, но не знаю, посмотрим. Я же не могу, короче, монтировать на этой винде, меня тошнит просто от всего. Надышались мы с Саней пропиленчиком, кайф.
Сейчас потихонечку поедем домой. Печальные новости, позвонили мне из сервиса, сказали, что MacBook не починили, и что это гарантийный случай, нужно вести к официалу. И, короче, чека у меня, естественно, нет за него. Короче, не знаю, что теперь будет. Короче, вот так. Что-то там на материнской плате выгорело.